8 июня Ленинский районный суд Уфы вынес приговор группе высокопоставленных чиновников. Среди них министр строительства Башкирии Рамзиль Кучербаев и вице-премьер и министр ЖКХ региона Борис Беляев. Их обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В 2017 году чиновники ввели в эксплуатацию очистные сооружения в Кумертау за 95 миллионов рублей, зная, что они построены с нарушениями. Чиновников признали виновными и приговорили к реальному тюремному сроку. Как сообщили в прокуратуре, Бориса Беляева осудили на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, без права занимать государственные должности на 2,5 года. Такой же срок получил и его коллега Рамзиль Кучербаев. Однако в правительстве республики сообщили, что чиновники пока не будут уволены. Вопрос о снятии с должности будет подниматься только после того, как приговор вступит в законную силу.